Всем привет, ребята. Поставил вот эту приблуду, а то у меня датчик не работает температурно на Рекстоне. Вот такую штуку поставил, с Алиэкспресс заказывал. Напряжение и температуру показывает. Датчик цепляется. О, вентиляторы сработали. 86 градусов. Вот сюда в тройник. Электро Карлсон сработал на 86 градусов. Получается. Вот. Сразу напряжение просело. 12,8 от электровентиляторов. Ну, он сейчас несколько секунд и выключится. Ну вот, как-то так. Приблудой доволен. Кому интересно, потом скину ссылку.